Подробнее о подготовке к главному футбольному событию расскажем в следующем выпуске в 22 часа. И продолжаем. Начались выплаты компенсации обманутым вкладчикам Волга-Кредитбанка. Письма счастья в виде смс-уведомлений бывшие клиенты ВКБ получили еще накануне вечером. А уже сегодня деньги. Оправдались ли ожидания и почему в этой истории пока все еще рано ставить точку? Подробности у Дарьи Болговой. Это не она случайно? Вот она, та самая заветная СМС. Наталья Вышегородцева, одна из 3000 обманутых вкладчиков, 5 лет пользовалась услугами Волга-Кредитбанка и никак не подозревала, что может оказаться в такой ситуации. И даже когда отозвали лицензию, верила, что деньги получит сразу после новогодних праздников. Однако процесс растянулся на долгие 3 месяца. Я не могу сказать, что даже была радость. Я подумала, что радость появится тогда, когда я приду в банк и, наконец-то, зашевелятся эти самые заветные купюры. Но радости сильной, опять же, не было, потому что я получила те деньги, которые мне причитались. Ну, то есть это было нормально. Я считаю, что это должно было произойти 3 месяца назад. Как нам сообщила руководитель инициативной группы, такие письма счастья получили 177 вкладчиков. Еще 118 ждут в понедельник. Сама Светлана Макушева пока что называется в режиме ожидания. Информирует остальных пострадавших о порядке действий в случае получения сообщения. Некоторые говорят, что получили свои деньги полностью. А некоторые, вот одна женщина говорит, что не было процентов за декабрь, то есть 6 тысяч рублей. Ее, в общем, вклад был 600 тысяч. А вот одна женщина позвонила, что не хватает 20 тысяч. Но, в общем, некоторые получают ровные суммы, именно столько, сколько должны получить. С каждым случаем еще предстоит разобраться. Уже в индивидуальном порядке сформирована специальная комиссия «Вопрос на контроле у губернатора». О том, что уже сегодня начнутся выплаты, стало известно накануне, после встречи главы региона с генеральным директором агентства по страхованию вкладов. Вернуть все средства всем обманутым вкладчикам намерены в течение 2 месяцев. Дарья Болгова, Игорь Лунев, «Новости губернии».